вірменських національних танців та пісень розпочалося святкування цьогорічного Вардавару на Воронцовському пляжі. Цей червоний день календаря відзначають на 98-й день після Великодня на честь Преображення Господнього. Вардавар. Суть цього праздника состоит вард – это роза, да, вар – это вода. Вот, и как бы в этот день принято было обливаться водой и лепестками роз обрасывать людей. Это традиционный праздник, он ежегодно отмечается в Армении. Мы здесь как диаспора Армении также чтим наши традиции и уже вот четвертый год подряд мы проводим его здесь, именно на этом месте. Організатори прагнуть популяризувати свято серед українців і зробити його традиційним для міста. Поки Вардавар у Дніпрі збирає до 200 людей, у Вірменії, звичайно, святкують масштабніше. Вот в этот день, неважно, священник ты, милиционер, депутат или простой человек, с балкона, идя по улице, тебя могут облить. С одной стороны, и Божья благодать, с другой стороны, и отличное настроение на целый день и на целый год. То есть, если тебя в этот день не облили, то все. Только что я чувствовал повелителем просто воды. Дали такую шлангу в руки. Цього року, на відміну від попередніх, свято підтримала міська влада. На Воронцовський пляж пригнали машину Дніпроводоканалу. Помагаем, как бы, всецело, как можно, и аппаратура сегодня у нас, информационное поле. То есть, грубо говоря, все потребности, которые есть у нашей армянской молодежи, мы удовлетворяем. Найбільше Вардавар зацікавив українських дітей, що у день святкування відпочивали на пляжі. Окрім обливань, їм безкоштовно выдавали соки. Ну, начали сюда приезжали. Как, кстати, можно такое проводить или нет? Ну да. Прикольно. Почему? Если еще конфеты давать будет, то точно. Повеселиться можно. Познакомиться. Мимо проходила и услышала. Обливание водой – это как бы оздоровление. Мне очень понравилось, но вода холодная. Классное впечатление. Каждый год в семье праздновали. В этом году как-то так получилось, что здесь. Ну, массово так вот. Утром я началось с ведра воды дома. Это традиции. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.